Всем привет! Сегодня мы с вами распакуем очень интересный игровой набор. И называется он «Сестры Барби, Скипер и Тики Хижина». В мультфильме «Дом мечты Барби» сестры очень любят заниматься серфингом и отдыхать у берега моря. Внизу коробки есть рисунок с инструкцией, как правильно собрать этот набор, которым мы обязательно воспользуемся. А сейчас мы его распакуем и детально рассмотрим все интересные аксессуарчики. Итак, Тики Хижина. Что это такое? Это небольшое кафе на берегу моря. Внутри есть три отделения для пляжных предметов. Столешница сделана в форме доски для серфинга, которую украшает волна и цветочки. Стволы сделаны в виде бамбука, на них есть крючки для аксессуаров, а на обратной стороне стенка сделана из картона с ярким рисунком. У этого строения крыша покрыта тростником и украшена цветами. Волейбольный мяч с надписью «Барби». Он крепко прикреплен к веревочке, а она привязана к волейбольной сетке. На сетке выбиты сердечки, а посередине нарисован большой логотип Барби. Опора сделана в виде бамбука на стойке. Сетку закрепим к Тики Хижине, и у нас получилась волейбольная площадка. Касса для продавца с крутящимся циферблатом и кнопочками для подсчета. Для кассы даже есть свое место. Из большого ананаса можно наливать прохладительные напитки для посетителей. Ананас устанавливается на полочку, которая может прокручиваться. В буфете есть напиток с лимоном, льдом в высоком стакане. Как его, так и другие предметы можно крепить к руке куклы. Это мороженое в стакане, украшенное цветочками. И лосьон для равномерного загара, необходимая вещь на пляже. Розовый фотоаппарат для селфи. Несколько стильных пар очков разной формы и цвета. Для них также есть свои места. Для подводного плавания у Скипер есть ласты. Сверху на них можно увидеть звездочки. Сделаны из мягкой резины и хорошо сгибаются. А на подошве выбито имя Скипер. Маска для аквалангиста с трубкой. Загубник тоже в форме звезды. Ремешок может расстегиваться. MP3-плеер и наушники, с которыми Скипер никогда не расстается. На наушниках тоже, заметьте, есть звездочки. Сделаны из твердого пластика и крепко держат свою форму. Шлепанцы розового цвета на небольшом каблучке. А также в набор входят два красивых барных стула, украшенных цветами, дизайн спина которых выполнен в виде досок для серфинга. Высота куклы 26 сантиметров. Ее имя Скипер. Она подросток, младшая сестра Барби. А полное имя Скипер Робертс. Увлекается интернетом и музыкой. У нее прямые темно-каштановые волосы длиной по пояс с ярко-малиновой прядью. Голова очень подвижна. Руки на шарнирах, только в плечах. И сделаны из твердого пластика. На ней одет купальный топ с цветочками, и его украшают блестки, а сзади он на липучке. У нее красивый стройный животик, и внизу на ней одеты короткие шортики в полосочку. А если их снять, мы увидим на кукле несъемные трусики с звездочками и надписями «Скипер». Лодыжки у нее прямые, поэтому туфли на каблуках она носить не сможет. А вверху ноги очень подвижны, и она легко садится на шпагат. Кукла устойчива и может как сидеть, так и стоять самостоятельно.
А теперь давайте ей примерим шлепанцы. На ножке смотрится красиво, но, к сожалению, в них она уже стоять не сможет. Кстати, ласты по размеру не только ей, но подходят и другим куклам Барби. Маску удобнее одевать ей застегнутой. Вот теперь скипер может идти заниматься дайвингом. А сейчас примерим ей очки и выберем подходящие. И, конечно же, оденем на нее наушники, которые крепко держатся на ее голове. Давайте еще проверим, как она сидит на стуле. И поиграем немного в волейбол. Ура! У меня получилось! А вы любите играть в волейбол?